Здравствуйте! Сегодня у меня для вас приготовлен редкий гость – кассетная дека от компании Akai, модель GX52. Дека выпускалась в 1988-90 годах, имеет вечную стеклоферритовую головку, три мотора, прямой привод, программируемый поиск по паузам, регулировка тока подмагничивания, счетчик ленты в режиме реального времени с функцией повтора запомненного фрагмента на кассете. Также имеется автоматическое натяжение ленты после установки кассеты. Давайте теперь попробуем произвести запись и далее эту запись прослушаем. Теперь воспользуемся функцией поиск по паузам, а в данной деке эта функция отключаемая, и ее можно включить соответствующей клавишей. Down coming from Siberia, treating you good.
На этом у меня все. Спасибо за внимание.